И всем огромный привет, друзья, за микрофоном, как обычно, Саня, вы на канале Игрот, и добро пожаловать на данный видеоролик. Ну что, Новый год уже совсем скоро, но вот только на Европе он настал немножечко раньше, и компания Wargaming уже начала своим игрокам дарить подарки. Легендарные аватары с Арнольдом Шварценеггером и Милой Йовович. Британский танк Сентинель, камуфляжи, подарок от бабушки и куча-куча серебра. Кстати, насчет голды мне вот неизвестно, и даже на официальном портале про 2023 золото на аккаунт ничего не сказано. Неужели только Леста будет раздавать эту голду своим игрокам? Но об этом поговорим через мгновение. Также на евросервере с 24 декабря по 1 января будет доступна праздничная миссия особой важности. Тебе будет нужно одержать 20 побед в течение 5 дней, и в награду вы получите по одному сертификату на камуфляж. Честно, ну как-то тухловато. Так вот, возвращаясь к Лесте, на момент 20 декабря подарки на аккаунт так и не доставили. Похоже, Дед Мороз и Снегурочка опаздывают. И это, да, неудивительно, если даже вспомнить о выходе последних роликов, предстоящих подарков и ивенте, то Леста с большим опозданием, по сути, выложила тот же ролик с теми же сюрпризами, что и в ИГ. Однако, отличия все-таки есть. Складывается ощущение, что компания Леста просто еще была не готова, как физически, так и морально, к такому большому наплыву событий. Подготовка к праздникам, выход обновления 9.5 и много чего еще, что мы с вами не знаем. Поэтому, несмотря на то, что уже за 20 декабря подарков все и нет. Несмотря на это, 20 декабря все же были некие подарки, если можно это так назвать. Каждому игроку было зачислено по одному контейнеру с новогодней маскировкой. Внимательно проверьте свой склад, потому что я даже когда зашел на аккаунт, поиграл полдня и только потом обратил на это внимание, то что у меня лежит на складе некий контейнер. Вот что выпало мне. А вот скрины других людей и что выпало им. И в большинстве случаев всем выпадает одно и то же. Также при входе в игру, думаю, все заметили вот эту картинку. И обрадовались, что X4 за первую победу и 30% скидка на камуфляже и оборудку. Но боюсь вас огорчить. В описании была произведена ошибка, и скидка предусмотрена на обвесы, а не на оборудование. Далее давайте откроем наш праздничный календарь и поймем, что уже якобы 4 подарка так называемых позади. Ну а по факту мы что получили? Да ничего такого и как бы и не было, чтобы люди восхищались и говорили, что вот Леста молодец, подарила такие вот подарки, аж приятно играть. По факту этого всего и нет. Осталось 26 и 31 число. Опять же, над 22 числом можно разглядеть какой-то белый треугольник, а над 27 числом 3 звездочки. Что это значит? Пока ничего и никто не знает. Ну а если у вас есть какие-то либо догадки, то пишите их в комментарии, посмотрим, кто из вас был ближе или вообще был прав. На вопрос, когда же будет раздача 2023 золота. Скорее всего, на днях, ну и ближе к 26 числу. В любом случае, точно уж в этом году мы их должны получить, раз был специальный видеоролик. По крайней мере, я так думаю и надеюсь. Друзья, также не забываем про аукцион, на котором каждый день появляются танчики и скидка на них все больше и больше. До 24 числа осталось не так уж много времени. Думаю, еще на 2000 золота скидочка, конечно же, увеличится. И мы сможем взять тот иной танк, который хотели там на протяжении какого-то времени. Либо танк, который вот просто понравился. Вы сможете взять его еще дешевле, чем он стоит именно сейчас. Ну а опять же, не забывайте, что они могут закончиться, потому что численность танков ограничена. Ну а с вами, как обычно, был Саня Игрот. Подписывайтесь на канал, идем к 20 тысячам, друзья. Каждая подписка важна, нужна и обязательно. Обязательно прожимайте свой палец вверх, пишите свой топовый комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ну а я с вами буду прощаться. Приходите на стримы, приходите на видеоролики. Буду рад вас видеть. Всем счастливо и всем пока-пока.